Трио Джимс Геймс, так мы и не выяснили, как это правильно его называть. Я уже снимала видео про этот контент, делала полный обзор. Ссылка будет внизу под видео и в... Да-да, в подсказках. Подсказки выезжают, вы тогда кликаете и попадаете на это видео. Сегодня конды я весь показывать не буду. Я нахожусь в квартире, которую мне предложили для моих друзей. Друзья у меня семейная пара, без детей, любящие, да, дизайнерский ремонт. Они хотели, чтобы кондо находился рядом с морем, в шаговой доступности. Хороший был ремонт и было тихо. Вот, потому что у них детей нет, и они не хотят, чтобы вокруг них постоянно присутствовало много детей. Поэтому вариант резордов мы с ними отмели, и вот этот, мне предложили этот кондо Трио Джимс, и вот эту квартиру, соответственно. И я решила показать вам эту квартиру, потому что она необычная и как раз сделана дизайнерским ремонтом, как просили мои друзья. Хозяин этой квартиры наш соотечественник, который очень любит тоже качественные материалы, поэтому, соответственно, квартира у него получилась вот такая. Давайте ее посмотрим. Первое, на что хочется обратить внимание, это красная красивая кухня. Очень качественные материалы, тут вообще зашибись, все сделано, других слов нет. Здесь встроенный холодильник шикарный абсолютно. Большая-большая морозильная камера, о которой в Таиланде просто, ну, все мечтают, по-моему, о такой морозильной камере. Чайник, блендер для тех, кто любит на отдыхе поделать всякие смузи. Полностью набор для еды, кофейный, столовый, вытяжка, всякие предметы для того, чтобы здесь комфортно отдохнуть. Микроволновка вот сюда вот встроенная, поставлена. Вся кухня с доводчиками, то есть мечта любой хозяйки на самом деле. Дальше, огромный телевизор. Причем он стоил, по секрету вам скажу, мне тут сказали, 30 тысяч бат. Вы посмотрите, огромный просто. И здесь еще вот эта вот система, домашний кинотеатр, наверное. Ну, что-то тоже очень серьезное. То есть хозяин, в принципе, делал так еще, чтобы самому комфортно отдыхать и для сдачи. Тут здесь дальше такой диванчик, который отодвигается, он может двигаться. И, в принципе, здесь может лечь ребенок на этом тахте. Тахта поднимается, тогда можно сложить вещи. Просто огромная зона для хранения. Здесь место для компьютера, для работы. Вот такая зона хранения. Смотрите, всякие подушки. Вот, и там за стеной, вы спросите, где кровать? Она там. Сейчас я вам покажу, как эта кровать до туда достается. Сейчас мы будем открывать чудо-кровать в стене. Для этого надо просто убрать эти подушки сюда, допустим, или в шкаф. Так, куда-нибудь сейчас сюда уберу на стол. Их. Так, значит, вот эту штуку можно даже не убирать. Кстати, над этим дизайном работал русский дизайнер. Так что здесь все для русских, все для русских, все по высшему разряду. Сейчас. И тут на вас падает стена. Ой, слушай, а теперь вот так. А, это превращается в ножки. В, да? Ножки. На меня? На меня? Та-дам! Слушай, ну, конечно же, шикарный матрас. Такой супер матрас. А по сути можно ее застелить, и как бы туда это все будет убираться. То есть не надо постоянно вот эту штуку убирать, да? И как я уже сказала, вот эту серую штуку можно ее выдвинуть, можно ее поставить впереди, тут перед кроватью, смотреть там телевизор. Не знаю, там, что еще тут можно делать, все можно делать. Вот, в принципе, такая чудо-техника. Давайте еще попробуем ее обратно. Ради интереса. Ну, Маня, реально, как стену поднимаешь. Ой. Ой. О, все, я ее толкнула, она сама дошла. Столик небольшой для еды. И вид. Вид приятный очень. Вид на второй Джамтьен. Вид на море.
тут пустырь, но приличный такой пустырь. И в Seven Seas, Бонсуала Лана, где я уже для вас снимала видео. Вот в этом кондо мы жили, Парадайз. Да, давайте обратно зайдем. Здесь вообще все очень-очень качественно сделано. Материалы, вентилятор офигенный, супер бесшумный кондиционер. Ванный душ, душевая кабина с тропическим душем, обычной насадкой для душа. Хорошая качественная сантехника. В общем, как вы поняли, это квартира для людей, которые любят качество. Здесь идти до моря, ну, максимум минут 5 пешочком. На этом море, соответственно, этот Джамтьен, там ездит тук-тук, можно куда-то уехать по своим делам, по делам отдыхающих. Вот, так что хорошее очень место, хорошая квартира. Эта квартира сдается, как мне сказали, в зависимости от сезона, от 14 до 18 тысяч. Интернет здесь включен в стоимость проживания, высокоскоростной, так что можете фильмы смотреть, все, что хотите делать. Ну вот, так вот, такие бывают квартиры. Спасибо вам за просмотр этой квартиры, ну и вообще видео в целом. До скорой встречи на канале Wait & Time. Пока-пока! Дорогие друзья, вы на канале Wait & Time TV. Меня зовут Вероника. Прогулка оказалась короткой, но очень увлекательной. Как? Опа, тут камера, тут бутылка. Тут эта рюмка. Давай, по центру давай. Вперед. Молодец, хорошее время. Вообще хорошее время, прям.